Субботники, озеленение территорий, викторины и конкурсы. Сегодня в правительстве области подвели итоги экологической деятельности в регионе. Там же наградили тех, кто отличился в деле охраны природы. Победителей конкурса, который проходил в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности». Продолжалось мероприятие все лето. Как рассказали сегодня, за несколько месяцев активисты ликвидировали больше 800 незаконных свалок, убрали тысячи тонн мусора, очистили больше 200 водоемов. В этом году в Днях защиты приняли участие больше 200 тысяч человек со всей области. Как отметили в департаменте экологии, бороться с загрязнением окружающей среды надо коллективно. Только так можно защитить природу от пагубного техногенного влияния. Экологическая опасность может грозить нам как от некачественного состояния наших поверхностных вод, качества воды в этих объектах, от состояния атмосферного воздуха, от тех отходов, которые у нас вокруг и около распространяются по нашей земле. Значит, для того, чтобы вот этого не было, для того, чтобы уменьшить экологическую опасность, и проводятся дни защиты.